Всем привет! Ну все, я в Питере выгрузился сегодня. В этот раз без происшествий. Нормально, в общем, гусеницу выгрузили. А то в прошлый раз зимой здесь выгружался. В общем, погрузчик на вилы поставили. Ну и по-другому сказать, раком. В общем, гусеница перевесила, и он, короче, вот так вот как встал. Но в этот раз все обошлось нормально, оперативно. Мужики быстро сработали. В общем, уже приехал на погрузку, выгрузился и сразу же, короче, поехал на этот, на погрузку. Вот, грузиться буду здесь на Петрославянке, в Питере. Поеду в Москву, в Дмитров. Ну, в общем, здесь я уже был. Это где, в общем, охранники некультурные. В общем, здесь буду. Загрузка у нас боковая. Завтра надо уже в Москве выгрузиться. Так что, блин, пока что время у нас сколько здесь? Ну, блин, время уже как бы обед, почти 12 местного. Вот, ну, в общем, сходил, зарегистрировался, жду звонка, там вроде как очередь. Машин много, не знаю, сижу, пью чай с конфетами, которые Илюха не доел. Вот, а в общем, грузиться вон там будем. Там заезд налево. И все, ну я уже был здесь. Ладно, жду звонка. И буду заезжать. Там коллеги что-то шевелятся. Все, всем приятного чаепития. Кстати, чай зеленый пью. Иногда черный. Редко кофе. Чай зеленый, футболка зеленая. В общем, в Халка превращаюсь. Шутка. Так, ну в общем все, позвонили. Подъезжать на КПП. Короче, никого не было, блин, пока не звонили. Да, мана бы не было бы, там бы можно было раскрутиться. В общем, коллега отъехал. Недолго он там стоял, сейчас надо развернуть. Сразу мордой на выезд встану.
Пойду разбирать бочину. Для начала вытащить трос нужно. Макаром вытаскивается все, ну и в общем так далее. После того как вытащили трос, и смотали его здесь так аккуратно, повесили все, отстегиваем замки. Далее отводим вот этот флажочек, оттягиваем вперед. Еще раз. Короче, потом ее раскручиваем. Шторочку-то нашу. Раскрутили ее, поднимаем вверх. Сейчас она оттуда вытаскивается. Так, и загружать будем сначала, так что отсюда вот тоже снимаем. Вверх просто поднимаем. Оттуда вытаскиваем, потом идем снова в конец полуприцепа, беремся и своими сильными ручками не тянем, короче, всю шторку. Тем самым освобождаем три пролета. Все, теперь снимаем. Значит, вот это вот все дело складываем туда, к тому борту. И все. В общем, все это выглядит вот так вот. Вот так вот складываю. Сейчас вниз я забыл. Здесь катушки надо будет это вязать. Так, чтобы к этому борту не получится складывать доски. Сейчас туда вниз все складу. Пролет освобождаю, тоже последний. Все вот так вот шумно кидаю. Так, что сейчас вниз доски складу. Все, в общем, такая картина. Вот так все это выглядит. Все, все в аккурате. Сейчас еще ремни достану. Блин, правда, не помню, сколько надо. 10, 12. 10, по-моему, или 7. Ладно, штук 10 достану. А там видно будет, понадобится. Короче, 8 достал. Тут вот с торца есть отверстие. В общем, туда нужно заправить крючок. Ладно. Ну и в общем так далее. Тын-тын-тын. Распихиваем. Все. Вот с торца отверстие. Вот сюда продеваешь крючок. Цепляется. И все. Стойки убирается очень просто. Откидывается.
тянется на себя. Это так, чтобы голову не пробить. Убираем. И, короче, вот там на салазках она ездит. В сторону подвигаем. Все, сейчас остальные ремни проброшу так примерно. И все, я буду ждать погрузки. Погрузка началась, все, решили что-то с конца начать грузить. Не знаю, вроде сюда какие-то поддоны поставят. Уже замки на Фоксе, блин, приготовил. В общем, смысл увязки такой, что вот, вот допустим, оттуда ремень прокидываешь вот здесь поверх поддона. И вот там вот, ну, чтобы, в общем, при торможении вот эта бандура вся вперед не пошла. Не знаю, то, в общем, такая у них технология увязки. С недавних пор началась, вроде как рулоны вышли были уже, был случай. Вот, а был, получается, через верх, либо как-то, ну, еще по-другому вязать, в общем, нельзя. Иначе будет брак, если ремнем перетянешь. В общем, тут даже под вот этой всей канителью он картон проложен. Ладно, грузимся дальше. Еще там везут. Все это увязал. В принципе, натянуто. Еще три поддона где-то готовят, не знаю. Сказали минут 20 где-то ждать еще. Ну, ладно, подождем. Ну, какая штука для хейтеров. Так, ну все, загрузились, собираем. Все то же самое, только в обратном порядке. Я, получается, там уже застегнул. Здесь сейчас нужно заправить, но я не знаю, с одной руки вряд ли получится. Ну, короче, в общем, суть такова, что туда нужно заправить. Вот. И, в общем, одеть вот эту трубу вот сюда вот. И все, и потом как бы вот так подтягивать. Ну, сейчас заправлю, покажу. Все, в общем, там заправил. Заправил. А теперь поднимаем, ставим сюда. Одной рукой это неудобно. Все, в общем, натягиваем. Тянем сильно. Блин, короче, надо упираться. Блин. Надо двумя руками, одной это я не выдержишь. Двумя руками нужно тянуть, потому что всю вот эту шторину одной рукой вряд ли там получится натянуть нормально. Ну и все, и заправляем, получается. Замочки. Замочки, конечно, здесь очень плохо закрываются, потому что нужно вот этот фиксатор отодвинуть вниз, потом защелкнуть. В общем, сейчас покажу, как я это закрываю. Все это поправляем. Естественно, все остальные также. Далее берем такой вот ключик, называется монтажка. Здесь на конце перчатки, чтобы не коцало пластик в рундуке. Наставляем. Конечно, одной рукой это тяжеловато. Но я попробую. Заталкиваем туда вот все это дело. И все, и так до самого конца.
После того, как все закрыли, убираем наш чудо-закрыватель замок кроновских защелок, да? Вот, все. Продеваем трос. Идем за документами. И выезжаем. Все, трос. В принципе, ничего сложного в этом нет. Просовываем так в каждую. Все продели, просовываем вот сюда. Обязательно. Вроде, по-моему, без пломбы поедем. Поэтому, в принципе, трос дальше протягивать не обязательно. Просто убираем его сюда, и все. Ну все, идем за документами. Подписываем и выезжаем. Документы я, значит, забрал. Тоннаж у нас 13-14 тонн, грубо говоря. В общем, нормально. Уезжаем. Дел маску, а то этот коронавирус, короче, у них этот. Ё-моё, тут что за дело? В общем, коронавирус у них только на КПП есть там, на охране. А здесь по всей территории, в принципе, все без масок ходят. В общем, на территории коронавируса нет, а на этом, на КПП, на охране есть. В общем, надо одевать маску. Че там, коллега? Камазик принимаешь? Не принимаешь. Что-то ждет, походу. Ну, друг, мы-то с тобой так-то не разъедемся. Тыш, ты дыш. Докричаться до него. Сука! Ага. Ну, в общем, докричался. Сами слышали. Поближе к колодцу. Еще не зашибить бы вас, а. Чуть было не было, так аккуратно. Спасибо, товарищ. Так, все, вылетаем. Видите, охранники в масках. Здесь коронавирус. Поехали. Выехали. Ну, ничего не меняется здесь. Охранники как были быдлом. В принципе, все так и остается. Ну, да, ладно, хрен на них. Пес сторожевой, он и в Африке пес.
молодец. Левый поворот рукой показал. Так, ну что, теперь нужно покушать, потому что охота есть. Теперь до ближайшего вкусного кафе и набивать желудок. В общем, не успел заснять. Вот там, получается, по встречной полосе ехал. Чувак на джипе, он спрятался между КамАЗиком и мной. Вот. Ну и, в общем, навстречу ехали сотрудники. Не знаю, о чем там. Пообщались, вроде что-то порешили. Короче, в пробке стоим. Там переезд закрытый. Паровоз едет, что ли? Ага, электрон. Так, ну все, выскочили. Так, что надо эту блоху, наверное, объехать, да? То, блин, что-то она долго едет. Выскочили, в общем, на трассу. До Москвы 700. Все, нужно перестраиваться. В общем, приедем туда ночью. Пишет, что 2 часа ночи московского прибытия. Плюс там поесть. Там еще какие-то, может, остановки. Вот, ну, это все 3-4 утра где-то. Не знаю, в общем. Сейчас самое главное доехать до еды. Еду хочу. Хочу поесть. Облака какие красивые. Кстати, прохладно в Питере. 18. Мчимся, волоса назад, тапок в пол, все нормально. Так, ну все, короче, покушал я в Новгородской области, в общем, еду, там радуга, дождь прошел. Ладно, двигаем дальше. Дать сильный, наверное, дождь был. Вон там вот. Учимся ночью. До Москвы нам 590 километров. Короче, будем ночью или утром, не знаю.